Бонжур, дамы и господа, с вами самая объективная, самая честная, самая точная программа о Франце Футбол. FIFA прогноз, и ее, как всегда, ведем мы, Роман Полинсков и месье Игор Белоногов. Привет. Мерси, мерси, всем привет. Да, как вы поняли, по нашему кривому языку мы будем сегодня играть в украинскую премьер-лигу. Да? Ну да. На самом деле, французская лига у нас сегодня. Лига 1. Матч за первое место. Лиль против ПСЖ. И давай сразу перейдем к ставкам. Что-то как-то нам показывают. Так, что показывают они нам, что, ну, ПСЖ, собственно говоря, фаворит. Очевидно. 1.93, 1.88 и 1.90. Да, на Лиль дают вот 3.96, 3.80 и 3.86. Причем у Винлайна прикольная линия, то, что они в ничью верят больше, чем в победу Лили. То есть они все-таки думают, что Лиль забьет, либо не даст забить, сам не сможет. Типа 0-0, 1-1 все-таки смогут делать. Почему так? Хотя Лиль сейчас идет на первом месте. На первом месте, но там, по-моему, одно очко разницы. У ПСЖ не будет Неймара. Так что, ну, в целом, наверное, шансы есть какие-то. Вот, не прям верят, но ну, вот что-то может быть, там, за что-то не зацепится какой-нибудь шальной гол, может быть, как Лобан. Подобно. Бей своих, чтобы чужие боялись, да? Абсолютно. Гениальная тактика от российской премьер-лиги, которой нет, к сожалению, в FIFA. Так бы мы, конечно, играли бы и Уралом, и Уфой, Химками, Тамбов. Тамбовом в Саранске. Оля-ля, ты же был там еще в Саранске, конечно, да? Вот, хотел бы еще раз побывать, но уже в виртуальном мире, да? Вот еще бы очки виртуальной реальности купил бы. О, я в Саранске. Нет, в Саранске я не хочу, нет. Ну ладно, сегодня мы в Лиле, да? Есть же такой город во Франции. Да, сегодня мы в Лиле, играем очередной тур французской лиги 1. Лиль, ПСЖ, борьба за первое место понеслась. Ну что, Лига 1 у нас врывается в программу. И давай посмотрим, кто в итоге окончательно займет первое место в чемпионате. Так. О, как, видал сразу, видал. Кто такой бешеный? Давид. А, это канадец, я понял, слышал. Какой-то еще один Альфонсо Дэвис, как-то у нас канадский футбол начинает развиваться в последнее время. Ну, и e-sports, канадцы же вот. Да. Благодаря чему вы выросли? Благодаря FIFA. Катал регулярно. Бамба. Классно. Пожалуйста, его. Так. И бьем поворотом. И добивать еще. Ой, хорош. Хорош, кто это? Кимпембе. Просто. Что за имена? Бамба, Кимпембе. Подожди, пенальти, что ли? Я правильно понимаю? Игра рукой. Хорош. Все, отмена похвалы Кимпембе. Хорош. Так, ну давай. Это первая пенка, по-моему, у нас в программе, да? А что ты отворачиваешься? Я же бью. Есть. 1-0 с пенальти. Лиль выходит вперед. Отмечаем. Навес. Ай, головой. Выноси, выноси. И на отборе. Нет, сохраняем. Не бьем поворотом. Ну, здесь на вас. Да, на месте. А, еще один гол. Ладно. Бам. И давай. Как там судья пак? Гений. Такой парень. И вот так вот. В целом достаточно простая комбинация. Ну, опа. Ой-ой-ой. Есть. Почему он вот тут он стоит такой тип? Я не умею идти назад. Ну, потерялся мальчик, что? А, все, убежал. Жене хвастаться. 1-1. Интрига в матче возвращается. Вороне как-то ПСЖ вообще не нравится, как играют. А вот ты прессинг включил какой-то суперактивный. Нет, сейчас включу. Понял. И добороться, надо бороться, ребят. Ну, да давай, О, доборолся, вау. Не-не-не-не. Это ты так фалишь, да? Так, ну, оборона ПСЖ, это, конечно... На сверхзащитном, ну-ка, пробей! Ну, сыграй. Хорош. Хорош. Мяч остается в штрафной. Мяч где-то мимо головы прошел.
На угол не попал. Так, Ди Мария. Финты. И вот так. Понял. И не успел уйти в атаку. Ну, главное, защитил оборону. Да. 1-1 пока что первый тайм. Давайте смотрим статистику после первого тайма. Владение абсолютно одинаковое. По ударам я тебя конкретно так перестрелял. Да, пожалуй, по отборам 7-2. Сверхзащитная тактика. Ты же сам сказал, это тренд FIFA 21. И сам же ее не пользуешься. Я просто видел схему PSG, там видел 4-4 форвард, какой-то сверхзащитник. Они так не умеют, наверное. Подожди, у меня, по-моему, тоже 4 форварда стоит. Одинаковая схема, абсолютно. Задумайся. Ну а пока Игорь думает, переходим во второй тайм. Ой! Нормально. Хороший вратарь. Интересный. Подожди, что было? Можно повтор? Так, ну вот, передача. Выводят 1-1. Ну и очи черные, очи красные от недосыпа. Так, вот есть удар. Нет, это вообще от руки, да, я правильно? Короче, очень интересный у тебя голкипер. Да, 2-1, и Карди выводит PSG вперед. Сверхзащитник. Я все-таки помню, что это была плохая идея. Очень плохая идея. Мбаппе. Еще старой формации забивает. Новая пока еще не показал себя. Да. Ну давай, ладно, дальше. Я понял, что ты не будешь меня унижать. Я не люблю никого унижать. И вниз. Ну давай, побежал. Бамба, давай. Бомби. Ну-ка, ну-ка. Не выйди, Вал, пожалуйста, он тут. Давай, родной. О, отлично. Ударь. По центру ударил, конечно, так. Ну-ка, решать есть. Решили, отлично. 3-2. Защитная тактика тоже работает, хорошо. Так, ну я что-то тоже, что ли? Вот сейчас поиграем. Фу, все в автобусы ставят. Вообще не понял, что произошло. Ну, время-то есть еще. Время есть, 3 минуты добавили. А, у тебя вратарь, что ли? Что? Зачем? А, сверхзащитная же стоит. Ладно. О, понял. Понял. Ну, давай. Ну, побыстрее можно, нет? Что он делает? Так, ну все, да? Да, вратарь пытался добежать, пытался, но не получилось у него это сделать, к сожалению. Давай смотреть статистику общую по матчу. Ну, я тебя явно перестрелял. Ну да. Ну, владение я себе во втором тайме забрал. Немножечко. Ну да. Но по отборам. И голы себе, естественно, забрал. Да, по отборам ты меня переотбирал, так скажем. Ну, хорошая игра вышла, такая плотная. Интересно. В целом, ну, битва лидеров, мне кажется, такой и должна быть. Так что, да. Итак, 3-2, PSG все-таки выиграет, да, и займет первую строчку в Лиге 1. Насколько это реально? Ну, я не знаю, PSG, я уже говорил в начале программы, PSG всегда фаворит в чемпионате Франции, так что даже несмотря на лидерство Лиля, ну, это, грубо говоря, вообще ничего не значит. Вот, даже без Неймара, ну, PSG, мне кажется, должен забирать. Но все равно хотелось бы, чтобы Лиль в этом году продержался подольше, да, на первом месте французской легионе. Абсолютно. Да. Ну, будем посмотреть. Наша ставка 3-2 в пользу PSG. Так что, если хотите, можете поставить как раз перед Новым годом. Пополните свой баланс, так сказать. Да, что-нибудь купите потом, какой-нибудь подарочек. Да. И, кстати, друзья, важная информация. Обязательно смотрим. У нас же в АПЛ Boxing Day начинается скоро. Mm-hmm. Естественно, под эту тему выпуски у нас будут идти теперь 2 раза в неделю скоро. Так что обязательно подключаемся, смотрим Boxing Day, смотрим остальные лиги. Там тоже будет очень много прогнозов. Это Игорь Белоногов. Это Роман Полинсков. Для вас вели эту программу. Увидимся с вами скоро. Скоро с вами увидимся. Пока. Пока.